что игра состояла из двух абсолютно непохожих таймов. В первом «Зенит» на равных боролся с волгоградцами. Опасные моменты возникали у тех и других ворот, но до забитых мячей дело не дошло. Во втором тайме Нидергауза заменил Зернов, и эта замена значительно усилила игру ротора. Волгоградцы увеличили натиск, и на 63-й минуте, после комбинации Веретенников-Абрамов, Зернов точным ударом головой открывает счет 1-0. Буквально через 3 минуты он же, завершив усилия партнеров, удваивает счет, забив свой 10-й мяч в чемпионате. Тренер «Зенита» Анатолий Бышевец назвал ротор самой быстрой командой России. Питерцы явно не успевали за нашими футболистами, часто нарушая правила. И судья матча Юрий Баскаков из Москвы показал 6 желтых карточек. У ротора предупреждение получил Борзенков. А победную точку в этом матче поставил лучший бомбардир чемпионата Олег Веретенников. Теперь на его счету 13 голов. Волгоградцы могли забить и еще, но Веретенников пробил выше ворот, а удар Есипова отразила штанга. После этой победы ротор вышел на вторую строчку в турнирной таблице, набрав 40 очков. У «Спартака» 41 очко, у «Динамо» 37. Но наши основные конкуренты провели на одну игру меньше.